Здарова, пацаны, с вами, как всегда, Ричардс, и сегодня научимся делать фонг-хаус в стиле Shadowburn. Урок получился, ну, супер интересным, и я уверен, что вы узнаете из него много чего нового. Поэтому давайте не будем затягивать и скорее приступим к уроку. Поехали! Ну и в первую очередь давайте выставим BPM в подобном стиле, используя диапазон от 100 до 130. В данном случае я поставлю 110, мне кажется, это самое оптимальное значение. Теперь давайте прописывать мелодию, и для мелодии, конечно же, возьмем ковбелл. Ну а ковбелл и все остальные звуки из этого урока я буду брать из своего нового драмкита. В нем находится 6 стилей, и в каждом из них собраны лучшие звуки для написания треков и ремиксов. В общем количестве там собрано около 5000 уникальных звуков и сэмплов. Также буду использовать свой новый пак пресетов, он тоже продается. Поэтому если вы заинтересовались, то пишите в группу ВКонтакте, ссылка находится в описании к этому видео. С этими наборами вы забудете о поиске новых звуков и сэмплов как минимум на 2 года. Ну а в данном стиле мы переходим в стиль New Funk, потому что пишем фонг. Переходим в папку Ковбелл, и в ней у меня есть вот такой интересный ковбелл. И перед тем, как мы его будем использовать, нужно проверить его корневую ноту. Для этого переходим в микшер, тыкаем на любую дорожку, затем добавляем сюда плагин под названием Newton и перетаскиваем ковбелл сюда. Здесь мы тыкаем по этому отрезку, и он нам показывает корневую ноту А. Мы ее запоминаем, перетаскиваем наш ковбелл в Channel Rack, тыкаем по нему, заходим вот в эту вкладку и с помощью правой кнопкой мыши выставляем корневую ноту А. Теперь смело перекидываем его на микшер и начинаем обработку. Ну и в первую очередь для обработки я использовал плагин под названием Vulkan 2. Кто не знает, это обычный фильтр, который помогает избавиться от лишних шумов. Далее добавил наш любимый стандартный саундгу дизер и выкрутил крутилку на 1/4. Затем накинул реверба и добавил немного реверберации, чтобы наш ковбелл звучал пообъемнее. В заключение добавил FAB фильтр Pro Q3 и срезал все лишние частоты, чтобы очистить ковбелл. Теперь сразу же давайте сделаем сайдчейн, как мы это делали в прошлых уроках. Выбираем любую дорожку, возьмем допустим 17-ю. Можем ее подписать. И теперь первую дорожку, на которой у нас находится ковбелл, мы подключаем к дорожке с сайдчейном. Ну и на эту дорожку с сайдчейном мы вешаем плагин под названием Shaper Box. Он делает вот такую яму и очень схож с кикстартом. Для этого стиля нужен именно Shaper Box с вот таким пресетом. Теперь давайте выставлять наш ковбелл, создаем первый паттерн и расставляем его по стандарту на 4 квадрата. Я расскажу самый легкий и проверенный мной способ, как вы сможете прописать ковбелл в подобном стиле. Для начала выставим низкие ноты, то есть на которых будет звучать ковбелл низко. Вот как пример. Прописываем как вам угодно, я пропишу на ноте С. Теперь берем лютую шпаргалку под названием квинтовый круг. Я думаю, что многие про него слышали и умеют им пользоваться. Но если не умеете, то в интернете есть много информации. С этими нотами я не хочу заморачиваться, поэтому раскину их просто по соседним. У меня получилось как-то так, давайте послушаем. Ну что, первый этаж с низкими нотами мы прописали, теперь давайте пропишем второй с высокими. Добавляем вот такие отрезки на 2 доли и между ними делаем паузу также в 2 доли. У нас получается вот такая пунктирная мелодия, и теперь с помощью квинтового круга мы выставляем эти отрезки. Обязательно ориентируйтесь на свой слух, он вас точно не подведет. Ну что, у меня получилась вот такая партия. Также забыл сказать, что по желанию вы можете низкие ноты сделать поменьше. Я сделаю размером на 2 доли. Теперь нам нужно сделать мелодию объемней, и для этого копируем все ноты, вставляем их и опускаем их на 1 октаву вниз. И по итогу у нас получается вот такая партия. Давайте ее послушаем. Я думаю, что мелодия получилась ну просто бомбическая и максимально похожа на стиль Shadowburn. Теперь давайте перейдем к драм-партии и начнем из кика. Подбираем здесь мощный, агрессивный пробивной кик. Я возьму вот такой. Перекидываем его на рабочее поле и выставляем его на каждый квадрат, как прямую бочку. Теперь нам нужно добавить сюда снейр, и он должен быть максимально жестким и хлестким. Я подобрал целых 3 снейра, давайте их послушаем. И снейры выставляются в элементарной последовательности через 1 кик.
Ну что, я думаю, снейр получился то, что надо. Он звучит максимально агрессивно и пробивает частоты. Это вот прям то, что нам нужно. Теперь переходим к хэту, и тут он должен быть необычным. Здесь мы будем использовать несколько штук и возьмем для начала мягкий хэт. Расставляется он очень просто на каждый третий такт. Теперь нам нужен жесткий хэт. Возьмем вот такой. Он выставляется уже в другой последовательности на каждые две доли. Примерно вот такое комбо хэтов у вас должно получиться. Но в этом стиле мало хэтов не бывает, поэтому я добавлю еще парочку драмлупов. Перейдем в стиль слэпхаус, потому что здесь их огромная библиотека. И тут я выбрал два последних лупа. Давайте их послушаем. Мы их добавили, и давайте послушаем, что у нас получилось. Я думаю, что звучит круто, поэтому давайте продолжать. Далее добавим сюда 808 бас, я подобрал вот такой. Перекидываем наш сэмпл в Channel Rack, у него также с помощью Ньютона нужно проверить корневую ноту и выставить ее в этом пианино. У данного баса корневая нота C, поэтому менять ничего не буду. Теперь обязательно подтягиваем график Envelope, чтобы наш бас не играл где не нужно. Затем перекидываем его на микшер и начинаем обработку. Ну и с басами запариваться не стал, обработка получилась очень простая. С помощью профессионального эквалайзера FabFilter Pro Q3 я срезал все высокие частоты и оставил только низкие. Ну и в моментах по желанию можно их слегка поднять. Теперь нам нужно подключить эту дорожку к сатчейну, отключаем ее от мастера и подключаем к дорожке с отчейном. Теперь давайте его расставлять, и расставляется он очень просто. В качестве тональности баса мы будем использовать ноты мелодии. Вся мелодия у меня прописана на ноте C, CDS и ADS, поэтому выставляем бас именно по ним. Вот так элементарно я ее прописал, просто посмотрел на мелодию ковбелла, которую мы писали ранее. Ну и по итогу послушаем партию баса, которая у нас получилась. Ну что, бас у нас получился умеренным и не особо агрессивным. Он сильно не выделяется и играет именно там, где ему нужно. Теперь давайте перейдем к акапелле и будем ее добавлять. Перехожу в свой драмкит, заходим в папку с акапеллами, и здесь собрана огромная библиотека акапелл. Поэтому выбрать подходящую акапеллу мне не составит труда. Я выбрал вот такую акапеллу, давайте ее послушаем. Перекидываем ее на рабочее поле, и она у нас будет начинаться через 2 квадрата после дропа. Я использую такой порядок расстановки, чтобы было интересно слушать. На данный момент наша акапелла играет не в такт, и чтобы это исправить, нам нужно тыкнуть на вкладку Stretch. Так как у меня FL Studio версии 21, я просто тыкну вот на эту стрелку. Теперь подтягиваем правый край акапеллы ровно под наш квадрат. И получается, наша акапелла стоит ровно на 4 квадратах. Кстати, акапелла большая, поэтому будет интересно звучать в треке. Теперь акапеллу перекидываем на микшер и начинаем обработку. Ну и в первую очередь для обработки я накинул сюда стерео шапер. С помощью него звучание акапеллы кардинально поменялось. Далее срезаем все низкие частоты и оставляем только голос. Затем по желанию накидываем различные фильтры и эффекты. Для примера я накинул Decimod 2, и с помощью него получилось очень интересное шипение акапеллы. Ну и в заключение подкрепляем все это ревербом, чтобы добавить объема. Я думаю, что акапелла сюда идеально вписалась и звучит просто офигенно. Давайте ее немного разнообразим и накинем парочку эффектов. Добавил сюда стандартный гроссбит с пресетом Basic 7. И также не забываем сделать сатчейн на нашу акапеллу, отключаем ее от мастера и подключаем к дорожке с сатчейном. Теперь давайте сделаем автомейт на гроссбит, тыкаем по этому колесику правой кнопкой мыши и выбираем Create Automation Clip. И по своему усмотрению делайте автомейт на этот эффект. Ну что, вот в принципе и все, наш трек в стиле Shadowburn готов. Я думаю, что звучит очень похоже, и мне получилось создать атмосферу его треков. Проект из этого урока я добавлю в свой пак пресетов, поэтому каждый из вас может посмотреть на него лично. Но прежде чем мы послушаем конечный результат, я бы вам хотел напомнить, что совсем недавно я запустил свой курс по созданию треков и ремиксов с нуля. На нем ты сможешь научиться создавать фонд, треки и ремиксы, даже если ты полный ноль. Также на него есть гарантия на 100% результат или же возврат денег. Более подробную информацию ты сможешь узнать в моей группе ВКонтакте в товарах. Также обязательно подписывайся на канал, здесь будет много интересного, не забудь поставить лайк, ну и конечно же написать в комментариях, на какую тему мне снять следующий урок. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, там вся движуха, и иногда раздаю бесплатные проекты треков и ремиксов. Ну а нам пора прощаться, с вами был, как всегда, Ричардс, всем до скорой встречи и всем пока!